Позвольте вам представить. Павел Егорович Чехов, артист Лебедев. Евгения Яковлевна Чехова, артист Капанова. Александр Павлович Чехов, артист Быков. Мария Павловна Чехова, артистка Савина. Антон Павлович Чехов, артист Горенько. Лика Мизинова, артистка Марина Влади. Игнатий Потапенко, артист Яковлев. Гелеровский, артист Галис. Курбатов, артист Осенев. Художница Овчинникова, артистка Васильева. Купец Грибов, артист Кулагин. Отец Герасим, артист Шутов. Крестьянин, артист Авдюшка. Суфлер, артист Усузов. Сам не понимаю. Актеры до сих пор текст путают. Не тревожься, Антон Горемыко, все будет отлично. Билеты получил? У кассы толчья не пробиться. Чудак, объявил бы громогласно, что тебе нужна ложа господина Чехова. Все бы расступились. Неловко. Ну ничего, я сам попробую. Я хоть не тот Чехов, мне ловко. Подумать только, что из газетного щелкопера вырос гений. А из гения щелкопер. Но ничего, я на твоей чайке тоже заработаю. Минимум десятку. Поехали. Да. Где заказывать ужин? Где подешевле? Подешевле, дорогая моя сестричка, в трактире. Но туда не пригласишь артиста Императорского театра. У Кюба или у Палкина? А где шикарнее? У Кюба, но дороже. Тогда у Кюба. Быстро на Николаевский вокзал, опаздывай. До вечера. Порепетируй поклоны перед зеркалом. Волнуешься? Заметно? Заметишь по тебе, как же. Как бы научиться твоей сдержанности? Я всю ночь не спала. Думаешь, моя чайка полетит камнем вниз? Я о чайке не волнуюсь. Я думаю о Лике. Сколько времени прошло? Помнишь, как я познакомила тебя с ней впервые? Тогда тебе было не до нее. А у нас в гимназии новая учительница пения. Хочешь, познакомлю? Хорошенькая. Трежоли. Имя удивительное. Лика. Остерегаюсь хорошеньких. Красота так редко уживается с умом. Иди на уроки, опоздаешь. Выпроваживаешь. А что пишешь? Рассказ. Опять рассказ. А роман сколько раз обещал? Писать романы могут только обеспеченные люди. Мне бы только разбогатеть, я такой роман отхвачу, вы ахнете. Опоздаешь. Чуть не забыла. Вчера забегала к Надежде Петровне, просила тебя зайти, не домогает. Привезти Лику? Приводи кого хочешь, только оставь меня в покое. Антош, дрова привезли. Пусть папаш посмотрит, он лучше меня понимает. Он молится. Да пусть подождут. Антош, а у меня только полтинник остался. На все про все. И на харчи, и на светло, и на тепло. Ну, пусть приедут позже. Где-нибудь раздобуду. А за провизией с чем пойти? Попросите у лавочников долг. Стыдно мне, Антоша, долг просить. Я ведь мать непростого человека, твоя фамилия известная.
И потом он просил тебя зайти, ему не может, а ты не зашел. А у него болезнь неизлечимая, обжорство. Антон, тебе от действительного статского советника Курбатова из Санкт-Петербурга остановился в Славянском базаре и почувствовал недомогание, просил пожаловать к себе. Ну вот, будет на светло, на тепло и на все остальное. Действительный статский советник. Где я могу помыть руки? Вы хотите меня осматривать? Стоит ли? Страдаю я, вероятно, как и вы, неврастенией. Бороться с ней бесполезно. Это болезнь века. А зачем же вы меня приглашали? Есть у меня одна тайная болезнь. В Петербурге о ней не знают. Я, к сожалению, занимаю видное положение в обществе. Врачебная тайна распространяется на все сословия. Это тайна неврачебная. Прошу вас. Я пишу пьесы. Думал я, думал, кому можно довериться, и, наконец, решил остановиться на вас. Простите мне мою маленькую хитрость. Я очень польщен вашим доверием. Тогда приступим. Да. На краю бездны. Драма в пяти действиях. Действующие лица. Граф Палатов. Высокий, с внушительной физиономией сановник. Мадемуазель де Лабель. Прелестная с собой блондинка. Князь Акрысин. Совсем с татарской физиономией. Дальний родственник графа. Петр Яковлевич Лонский. Очень красивый собой. Похож более на артиста, чем на чиновника. Первое действие. Богатые гостиные в доме графа. На камине, между прочими вещами, стоит ваза. Явление первое. Входит Лонский и мадемуазель де Лабель. Акрысин удивленно и робко приближаясь к де Лабель. Осмелюсь просить вашу ручку поцеловать. Де Лабель надменно. Лень поднимать руку. Акрысин, ну ножку. Де Лабель, ножку можете. Акрысин склоняется и целует кончик башмака де Лабель. Лонский с усмешкой. Я не имею, конечно, никакого права мешаться в ваши секреты, но не очень приятно быть в дураках и стоять в карауле при ваших нежностях. До свидания. До свидания. Хорошие девочки. Если вы слышали, как они поют, унеси ты мое горе. Пошли к нам. Мне нужно переодеться. Во всех ты, душечка, нарядах. Хороша. Занавес падает. Ну, что скажете, Антон Павлович? Ваша пьеса не хуже многих других, но, к сожалению, не лучше. Она не соответствует положению, занимаемому вами в обществе. Я отдаю должное вашей деликатности. Ну, помилуйте, я же вас не лечил. Ну, вы потратили на меня время. За литературные советы я денег не беру. Простите, что я задержал вас. Очень рад был познакомиться. Горят 4 дома, 200 строчек. А я теперь получаю по пятачку за строчку. Ну, поехали. Незачем ехать. Ну как же, впечатление. А пишешь в каком-нибудь рассказе. Ну, некогда, Геляй.
Я спешу к больному. Поехали. Пошел! Вам надо не лечиться, а поститься. Но посты мы всегда соблюдаем. Ну, и постной пищей можно наесть, с утра отвара. Вам полезно поголодать. Поголодать? Тогда зачем же жить? Скажите, а за смешные рассказы меньше платят? А почему вы решили? А почему вы перестали смешной писать? Когда подписывались в Чиханте, мы всегда вас читали. И я, и приказчики. А то сочинили вещичку и назвали «Скучная история». Кого ж на такую вывеску заманишь? Гонорарий заберете провизией. А вам не кажется, что это облако немного кричит? Нет, не замечаю. Мило, очень мило. Вам нравится? А мне мои картины иной раз кажутся просто отвратительными. Перейдем к прозе. На что жалуетесь, Надежда Петровна? На жизнь. Она не кажется вам бессмысленной? Не хватает времени подумать. А из физических недугов вас ничего не беспокоит? Неужели у нас с вами нет более интересной темы для разговоров, чем болезнь? У вас бывают моменты, когда вам не хочется писать? Бывает, всякое бывает. Извините меня за нескромность, да. Но у врача она простительна. А почему вам не завести детей? Сбежал белый кот. Кто доставит, получит 5 рублей. За такие деньги можно тёлку купить. О, продается жеребец, вороной, с аттестатом. Интересно, какая цена тому жеребцу? А тебе не все равно? Всякую чепуху читаешь. Ты про дело читай, что людям и интересно. Газету нужно читать по порядку, как ее умные люди составляли, для просвещения умов. Я решила сделать вам подарок. Эта картина вам понравилась? Возьмите ее, она ваша. Ну что, я не могу принять такой... дорогой подарок. Антон Павлович, не возьмете, я обижусь на всю жизнь. Вы меня ставите в ложное положение, ей-богу. Платить вам за визиты я не могу, мне неловко. Мы с вами художники. А чем я могу вас отблагодарить? Только искусством. Книга Чехова представляет собой печальные... печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта. Самоубийство молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства. Его ожидает общая участь газетчиков. Он обращается в выжатый лимон. И ему придется в полном забвении умирать где-нибудь под забором. Приятного аппетита! Что это? Последний шедевр Овчинниковой. Женщины занимаются искусством, когда им не везет в личной жизни. Ой, Антоша. Ну, у них это проходит с первыми родами. Фу. Спрячь. Может, не спросит. Спросит. А теперь давайте знакомиться. Доктор Чехов. А почему все такие невеселые? А, понимаю, заждались, сейчас. Умираете с голода. Маша, не уноси газету, пропадет. Куда она денется? Вы уж больше всего любите заворачивать в свежие газеты. Что пишут? Сбежал белый кот. Ой, какой кошмар. Представляю горе хозяев. Ну, приступим. Отче наш, иже и сына небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет бой твой, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный. Садись. Тебе, Антоша, с посыльным. Что случилось? Деляй сжегся на пожаре.
Ну, так поешь и поедешь. С ожогом шутки плохи, каждая минута дорога. Вы меня дождетесь? А то я так и не узнаю, какой у вас голос. Сопрано. Господа, приехал! Смирно! Равнение на середину! Глянули! К нам приехал, на том Палыч дорогой. К нам приехал, а тот Палыч дорогой. Я очень рад, что тебе не нужна моя медицинская помощь. Пей, пей, пей. Но это не лучшая твоя шутка, Гиляй. Обиделся. Антош, ты думаешь, что я для себя все это устраиваю? Ведь для тебя же. В такой день человеку без общества нельзя. Одному быть в такой день не годится. Да какой день, что в нем особенно? Что, ты не читал «Московские ведомости»? Не читал. И не читай. Ну, хочешь, я ему морду набил? Кому? Кому хочешь. Могу и рецензенту. Могу и редактору. Ну, ведь ты же сам говорил, что критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю. Слушай, Антоша, брось, плюнь. А ну, глянули, глянули. Кам приехал, кам приехал, а там Палыч. Гиляй, дай мне газету и отпусти мою душу на покаяние. Здорово, как буйвол. Алика тебя не дождалась. Благоразумно. Ты ужинал у Гиляя? Есть не хочу. Водки нет? Нет. Ну, ты как в воду смотрел. Мама стала печь растапливать, подхватила газету. Правда, там ничего интересного не было. Да нет, кое-что было. Не огорчайся, Антош. Ну, мало ли завистников на белом свете. Да-да. Маш, прости, мне хочется побыть одному. Думаешь, читать эту газетку мне было не больно? Ведь что написано? Страшно подумать, умрет под забором. Каково мне будет смотреть в глаза своим сослуживцам? Ну, про хозяина я уж не говорю. А потом тебе далеко за примером ходить не нужно. Твой брат Александр раньше тебя в газетах начал писать. А что толку? Все в вино ушло. Ну, Сашка, ладно, ну... Он никакого другого ремесла не знает. Ему до конца жизни нести свой тяжкий крест. А у тебя занятия почтенные, благородный доктор. И пациенты у тебя солидные. Шутка ли сказать? Ведь вчера он самого действительного статского советника лечил. Вот тебе мой совет. Брось ты эту писанину. Купи приличную мебель в рассрочку там или в кредит и лечи, лечи. К тебе вся Москва будет ездить. Отец, ворочай. Да иду.
Ой, как скучно, сестричка. Тратить годы на пустяковые рассказы, на мнимых больных, на встречи с приятелями в трактирах и даже на ухаживание за твоими милыми подругами. Как же теперь быть? Да, вот как же теперь быть? Да. Не дурно бы жениться на богатой. Вот жаль, что твоя Лика бесприданница. Жаль. Как писали в старых романах. Как писали в старых романах. Он решил круто повернуть свою жизнь. За покорителя Сахалина. Шествуй счастливо по суху, благополучно по морю, а в бурю не унывай. Поезд номер 42 отправляется через 20 минут. Ну, вы идите, а я сейчас расплачусь и догоню. Мы с Игнатием Николаевичем посекретничаем. Вот что, Игнатий, в случае каких-либо происшествий, утонуть или что-нибудь в этом роде, позаботься о моей семье. Все, что мне будет причитаться в редакциях, принадлежит сестре. Она же заплатит мои долги. Ну, ты же знаешь, наши издатели люди прижимистые. Помоги ей получить эти деньги. Все будет сделано. Я уверен, ты вернешься в добром здравии. Но я все-таки не могу понять эту блажь. На кой шут тебе этот каторжный Сахалин? Ну, неужели тебе никогда не хотелось поехать на край света? Когда был гимназистом. И все-таки я не понимаю. Уезжать, когда о тебе заговорили газеты? Ну, может, поэтому я и уезжаю. Ну, кто помнит эту брань? Сегодня я прочел и, признаться, не без удовольствия, что мы теперь с тобой самые модные писатели России. Лев Толстой, разумеется, не в счет. Слушай, тогда я действительно зря уезжаю. Ну, когда тебе станет тошно от дорожной скуки, прочитай мою повесть. Обязательно прочту. Поезд номер 42 отправляется через 15 минут. Антон! Гилян! Гилян! Откуда? Отовсюду. Здравствуйте. Здравствуйте. С Волги, с Дона, с кубанских плавней, с терских гребней. А загорел-то как, посмотри. Черный. Вот тебе гостиницы с родных мест. А что встать там? На дорожку. Здесь гусь копченый. Ой. Сало. Две бутылки цемлянского с Дона. Шимайка вяленая. Весьма благодарен тебе, Гиляюшка. Большое тебе спасибо. Маша, Игнатий обещал мне, что не даст тебе скучать. Буду развлекать, сколько сил хватит. А меня? Сочту за честь. И вы тоже собираетесь скучать? Тосковать. У вас, по слухам, столько поклонников, вряд ли останется время для тоски. Можно и мне с вами посекретничать? Пожалуйста. Извините. Прости, Маша. Я собиралась вам подарить дорожную подушку, вышитую гладью. Но не хватило прилежания? Сентиментальности. Примите грубый мужской подарок. Что это? Распейте эту бутылку, знаете, когда? В самый грустный день вашего путешествия. Я разопью ее на берегу Тихого океана, когда нас с вами будет разделять 10 тысяч верст. Это будет самый грустный день. Друзья мои тунгусы, мелькают верстовые столбы, переселенцы, арестанты, которых гонят по этапу. Встречаем и бродяг. Тряска выворачивает душу. От ветра и дождей у меня лицо покрылось рыбьей чешуей. Московский барин сильно похож на жулика. Но Енисей старицею вознаградил меня за все пережитые кувыркалегии. Я стоял на берегу и думал, какая полная, умная и светлая жизнь осветит со временем эти берега. Люди здесь хорошие. В Сибири не боятся говорить громко. Арестовывать некому и ссылать некуда. Боже мой, как богата Россия хорошими людьми.
Могучие реки, тайга, ямщики, дикая природа, физические мучительства от скверных дорог. Все это так хорошо, что описать не могу. Передай Лике, что ее бутылка не разбилась, хотя я раза три мог оказаться всадником без головы. Вчера она мне снилась, уж не влюбился ли я чего доброго. Не спеши. Кстати, как поживает эта обольстительная дева? За кем ухаживает Игнатий Потапенко? За тобой или за Ликой? Или успевает за обеими? Ах, Лика, Лика, адская красавица, запутали тебя. Ты все запутала, и как распутывать ума не приложу. Сложная штука жизнь. А может, жизнь проще, чем мы про нее выдумываем? Пойдем на платформу. Рано еще. Там такие сквозняки, я простужена. Ну, иди, иди, иди. Вижу, что тебе хочется побыть одному. Признайся, что ты свалял дурака со своим Мельховым. Удрал из Москвы, забрался в глушь, в берлогу. 11 верст от железной дороги. Извини меня, я этого понять не могу. Я тоже люблю природу, я ее просто обожаю, но только в хорошую погоду. А я здесь блаженствую. После сахалинских трудов моя московская квартира с ее интригами, с клоками, суетой, лицемерием показалась мне до такой степени мещанской и скучной, что я готов был кусаться. Ну, а этот твой вояж на Сахалин? Конечно, эта поездка украсит твою биографию, и потомки назовут тебя оригинальным. Но теперь-то ты убедился в том, что Сахалин никому не нужен и никому не интересен? Нет. Сахалин интересен и нужен. Наши русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека. А ты говоришь, он нам не нужен. Я видел там все. Я вставал каждый день в 5 утра, ложился поздно. Объездил все поселки, сделал перепись населения, говорил с каждым. Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей. Сгноили зря, без рассуждения, варварски. Мы гоняли людей по холоду в кандалах, десятки тысяч верст, заражая сифилисом, размножая преступников, развращая, все это сваливали на краснощеких тюремных смотрителей. Видел я и наказание плетьми, после чего мне снился палач и отвратительная кобыла. Вот тогда Сахалин мне показался адом. Какой бы кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома? Не то я возмужал после поездки, не то поумнел. Черт не знает. А может, с ума сошел? Всю жизнь корпеть тебя над рассказами. Пока ты мучаешься над одной строкой, я пишу страницу. Ну, каждый пишет, как умеет. Ну, конечно, конечно. Конечно, ты пишешь лучше меня. А кто это замечает? Только ты и я. А критика всегда ставит наши имена рядом. Стараться ради публики совсем нет смысла. Публика почитывает нас с тобой и рассуждает снисходительно. Мило, талантливо, хороший писатель. И так будет до гробовой доски. Бессмертие штука заманчивая, но неверная. Стоит ли ради него жертвовать радостями жизни? Можно остаться в дураках. Дышите. Еще дышите. Дышите. И давно это у вас? С Николы. А что ж вы, батенька, раньше не приезжали? Одевайтесь. Вот эту микстуру будете принимать 3 раза в день по столовой ложке. Должно помочь. Подайте, барин, Христа ради. Ну, до свидания. Спасибо, Антон Павлович, спасибо. Лика! Маша, гости приехали! Кто? Лика, Потапенко! Ой, как хорошо!
Лика! Лика! Таня! Маша, радуйся! Гости со своим бриллиантом! Дети, просто дети! И с елочными игрушками! И с шампанским! А это тебе мой новогодний подарок! Твоя новая повесть! Поднимай выше! Роман! Ух ты! Прошу! Подожди! Внимание! Смотрите на эту бутылку с благоговением. Она проехала 30 тысяч верст. А вы обещали распить ее на берегу Тихого океана. Не нашлось подходящей компании. Бутылка, совершившая такое путешествие, заслуживает только высшего общества. Нет уж, постой, Антон. Прежде чем встретить Новый год... Проводим старый. Маше, мне, Лике, папе, маме, тебе, Игнатий. Спасибо. Маша. Да здравствует старый год. Машенька. Антоша. Подружка моя, сестричка моя. Я так по тебе тосковала. С корабля на бал. Сегодня премьера. Знаю. Не от твоего брата, разумеется. Я как узнала о премьере, сразу стала собираться в Россию. Собралась в один день. Очень боялась опоздать. Не знаю, удастся ли мне оправдать ваши ожидания. Удастся, удастся. Я теперь отношусь к нему снисходительно. Пожалуйста. Прошу. Завезем вещи, я предлагаю небольшую прогулку. С вами хоть на край света. Я не поеду. Сколько времени прошло, а ничего не изменилось. Вы по-прежнему скромны и благородны. Маша по-прежнему деликатна. Я не деликатна, я простужена. Thank you.
Я очень постарела. Вы похорошели. Если это возможно, разумеется. Ура, вы научились говорить комплименты. Я ничего про вас не знаю. Даже о вашей пьесе я узнаю от знакомых. Про что ваша пьеса? Про знакомых. Видимо, пьеса удалась, а вы окончательно зазнались и перестали писать мне. Нет. Мне просто хотелось видеть вас. А писать не о чем, ибо все остается по-старому. Все по-старому? Я буду по-прежнему безнадежно любить вас. Неужели ко мне вернется эта прежняя глупость? О чем вы задумались? Промелькнул сюжет для небольшого рассказа. Как ни странно, я думала о вас. А я о вас. Ну вот мы и квиты. Помните, как мы гуляли в роще? Когда это было? В прошлом веке. А потом бежали к этому колдовскому озеру. Вспомнила старуха-девишник. Был у меня, дядя, такой день, когда я, не шутя, думала покончить с собой. Написала вам в последнем письме. Завещаю вам свой дневник. Может, пригодится для юмористического рассказа. А потом, по обыкновению, поступила вопреки своим намерениям. Дневник сожгла, а себя сохранила. Неизвестно для чего. Все это время меня не покидало чувство вины перед вами. Не стоит трогать незажившие раны. Сегодня в такой для вас день. Я пережила драму, а вы написали драму. Вот мы и квиты. Прошу вас. Увидимся на премьере? Да. До вечера. До вечера. Куда прикажете, барин? Куда хочешь. Я опять приехала вам мешать. Снова с Потапенко? Увы, жена его увезла на воды. И вы огорчены? Ужасно. С горя завела себе нового поклонника. Кто же это? Дядя Гиляй. А, Гиляй! Смотрите, мой гриб, стоп, мой. Стоп. Ну, теперь в рассыпную. Гриб любит, когда с ним встречаются один на один. И гриб чем хорош, Антош, а? Знаешь, не, тем, что под него можно выпить ведро. А ну-ка, пошли. А почему вы так редко приезжаете в Мелехово? Мама боится, что здесь богема. Рай. Если бы вы знали, как осточертели мне люди, в особенности те, кто за мной ухаживает. Эдак я могу поверить, что вы рветесь в Мелехово даже в тот момент, когда щеголяете в симфоническом собрании в новом голубом платье, которое, по слухам, вам очень к лицу.
Вы даже знаете о моих туалетах? Откуда? Потапенко в каждом письме пишет о вас. Хоть бы подумал, ну какое мне дело до его счастья? Зачем так много иронии? Успокойтесь, он вам не соперник. Ау! Где вы там? Сейчас ворвется Гиляй и разгонит птиц и людей. А почему бы вам, Лика, не приехать в Мельхов без телохранителей? Приезжайте соло, блондиночка, мы с вами нагуляемся и наговоримся всласть. Не дурно бы нам с вами, Ликуся, махнуть в путешествие, уехать куда-нибудь подальше. Но у вас вот-вот начнутся уроки. Я ушла из гимназии. Не поладили с начальством? С ученицами. Слушать фальшивое пение по несколько часов в день невыносимо. А вам не приходило в голову заняться своим голосом? Из вас, ручаясь, вышла бы настоящая певица. Вы не думали об этом? Думала. Чтобы учиться серьезно, надо ехать в Италию или во Францию. Да. А на какие шиши? Да и поздно. Ну и что вы собираетесь делать? Поступлю в контору. И буду петь на именинах у родственников. У вас, Лика, сидит большой крокодил. И я, в сущности, правильно делаю, что слушаю здравого смысла, а не сердце, которое вы укусили. Не понять, когда вы шутите, когда говорите серьезно. А если серьезно, то почему бы нам не воспользоваться вашей свободой и не махнуть вместе на Кавказ? Возьмите на себя труд заказать нам билеты. С радостью. Теперь вы понимаете, что это не шутка? С билетами не шутят. А это какое дерево? Вяз. Звали? Это платье надо погладить. Слушаюсь. Ликуся, не хлопочите насчет билетов на Кавказ. Я не могу уехать из Мелехова. Назначен холерным врачом от уездного земства. Работы у меня по горло. Даны мне 25 деревень, а помощников нет. Холеру я презираю, но почему-то обязан бояться ее вместе со всеми. Для писания нет ни времени, ни настроения. Написал бы вам несколько нежных слов, но боюсь, что вы примете их за иронию. Живите весело и не предавайте нас преждевременному забвению. Помните, как мы с вами бежали к озеру? Я вспоминаю об этом, как о юности. Приехала соло. Очень рад. Незаметно. Наверное, я опять помешала какому-нибудь благотворительному занятию.
Но мне вдруг захотелось повиснуть у вас на руке, чтобы потом у вас месяца три ломила руку. А где ваш тарантас? А я приехал верхом, на Росинанте. Вы раньше шутили изящнее. Увы, я не шучу. Дорогу развезло, и наше Мелехово стало островом. Ловко. Ну, пойдемте искать ямщика. Я уже оббегал всех, никто не соглашается ехать. Зайдемте в вокзал, переждем. Что переждем? Ну, пока перестанет дождь. А я думала, пока установится санный путь. Характер у вас похож на прокисший крыжовник. Здравствуйте, Антон Павлович. Одну минуточку. Подождите, пожалуйста. Здравствуйте. Давненько вы у меня не были. А что, живот уже не болит? Да, спасибо, не болит. Дай Бог вам счастья в жизни. Вот хотел приехать к вам. Попрощаться. Не успел. Далеко едете? В Сибирь. А куда именно? Сибирь страна длинная. Ну, поищем где получше. Вы были в Сибири? Говорят, там хорошо живут. По-разному. Но хуже, чем здесь-то, не будет. Ну, счастливо. Спасибо, Антон Павлович, спасибо. Черт догадал меня поехать. Думала, встретят по-человечески. Что вы бронитесь, Канталупа? Будто это я сделал дорогу непроезжей. А кто вам велел удрать из Москвы, забраться в эту глушь? Захотелось подражать Льву Толстому? Ну, что за чепуха, Лика? Забрались в берлогу, чтобы есть, спать и писать свое удовольствие. Да, я ими сплю. Но и вы не чужды этой слабости, несмотря на всю вашу воздушность. А что касается писания, то это вы очаровательно прочирикали только потому, что не знакомы с этим на опыте. Это удовольствие забирает жизнь целиком, без остатка. Я вот тут думал о вас. Странно. Не было больных или не писалось? В перерыве между сочинениями. У вас 10 тысяч добродетелей. А недостаток, мне кажется, только один. У вас нет любимого дела, а поэтому вы не чувствуете потребность в правильном труде. Боже мой, какой вы благоразумный. Мне так бы хотелось, чтобы вы потеряли рассудок, ну хотя бы на день, на минуту. Потерять рассудок, по-моему, это могут позволить себе только или отчаянные бездельники, или безнадежные эгоисты, а я... Вы... Впрочем, к чему все это? Все и так ясно. Я сыграла роль сыра, который вам не угодно было съесть. Но при этом вы все время деликатно хотели испробовать его. Вы просто не любите меня. И знаете что? Возьмите мне билет в Москву. Да-да. Поставьте на стол. Ну что? Спасибо. Здрасте. Явился пропащая душа. Не болел? Не было времени. Писем не писал целую вечность. А да писем ли было мне, когда я писал для человечества? Ты балагуришь, мы переживали. Спасибо. А если говорить серьезно, да, я был болен. Чем? Это болезнь не физическая, душевная. Я так затосковал, как со мной никогда не случалось. Почувствовал себя одиноким, как перст. А исцелился за письменным столом. Это была лучшая осень моей жизни. Да, между прочим, одиночество – прекрасная штука. Стоит его только назвать уединением. Маш, поздравь меня, я закончил книгу о Сахалине. Книга книгой, а она смог бы вспомнить. Ну, не ворчи, Маша. Я же не в загуле был и не зайцев травить ездил. Не мог же я бросить рукопись. Да, между прочим, я умираю от голода. Поедем домой, покормлю. А вот к чертям твои сиротские обеды. Взгляни в оконце, стоит лихач. Кони от нетерпения бьют копытами.
заедем за Ликой и поедем в Славянский базар. Вчера мы проводили Лику в Париж. Как Париж? Откуда у нее деньги? Потапенко дал займы. Ах, вот оно что. Да, прозевал ты Лику, и ты пожалеешь об этом. Еще как пожалеешь. Уж не собиралась ли ты, Маша, женить меня? Значит, тебе по душе чижик, самоварная труба, пахучее глицериновое мыло, все эти симптомы квартиры женатого человека? Перестань, это глупо. Неужели ты не понимаешь, что ты бежал? Бежал от собственного счастья. И жить тебя бобылем в одиночестве, называй это уединением. Но ты забываешь, так... что у меня уже есть законная жена медицина, и кроме того, есть любовница литературы. Так, значит, книгу ты не мог оставить, а Лику мог. Как она тебя любила. Любила? Да, 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 любила. Но ты вылечил ее от этого, вылечил навсегда, лекарь несчастный. Все это не так просто, Маша. Ах, Лика, Лика. Да она умна, но избалована. Легкомысленна и поэтому требует внимания к своей особе. А я... Ну, пойми, Маша, литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель. Ты рассуждаешь, а она рыдала. Если б ты видел, как она рыдала на вокзале, когда мы ее провожали. Чего уж так сокрушаться. Она поехала не в Елец. В Париже быстро утешается. Не говори пошлости, как тебе не стыдно? Она поехала учиться пению, она хочет стать певицей. А, сопрано. Здесь начинаешь понимать, как велик человек. А без меня бы ты не выбралась сюда. Если бы ты еще задержался, я бы нашла другого проводника. Хм. А как твоя премьера? Ну, все прошло блестяще. Овации, вызовы. Занавес поднимался 14 раз. Рецензии такие, что даже пересказывать неловко. В одной из них меня даже сравнили с Чеховым. Надеюсь, в твою пользу. Как это ни странно, в мою. Рецензент отмечает, что Чехов пишет жизнегорестно, а Потапенко жизнерадостно. Знаешь, как называется статья? Бодрый талант. Ну, довольна обо мне, как ты жила. Ты трудился, как муравей, а я все пела. Соло? Мы как-то не так разговариваем. Потому что не говорим о главном. Разве твоя премьера не главная? Откуда в тебе столько иронии? Его школа. Прошу вас, дамы и господа, прошу сюда. Осторожнее, здесь ступеньки. Сейчас мы с вами находимся на втором этаже башни. Отсюда открывается великолепная панорама всего города.
Обратите внимание, направо от нас вы видите знаменитый собор Парижской Богоматери. Русские туристы. Даже здесь невозможно укрыться от соотечественников. А нам надо укрываться? Увы, я пользуюсь некоторой известностью. А еще дальше золотой купол Пантеона, усыпальницы всех прославленных людей Франции. Эйфелева башня в два раза превышает самые высокие сооружения, созданные человеком. Пирамиду Хеопса и... Жена заявила мне, ее высота 300 метров. Что если я уйду, она покончит с собой. Постройка башни продолжалась больше 2 лет. Строительством руководил автор проекта, французский инженер Александр Гюстав Эйфель. Башня состоит из 12 тысяч частей. Они соединены 2,5 миллионами заклепок. Башня считается... Простите, я не успел записать. Сколько заклепок? Почему ты молчишь? Я слушаю. Хочешь запомнить, сколько тысяч заклепок? Башня является символом технического прогресса человечества. Она используется для научных и туристических целей. И для самоубийства. А может, мне покончить с собой, если ты не уйдешь от нее? Вот сейчас бросится вниз, и завтра газеты будут писать о молодой русской. И я, наконец, сумею прославиться. Лика! Лика, отойди! Не волнуйся. Я не имею права покончить с собой. Как это понимать? Как тебе удобнее. Какая-то достоевщина. Дело кончится тем, что я застрелюсь. А что сейчас строит инженер Эйфель? Сейчас инженер Эйфель ничего не строит. Он участвовал в строительстве Панамского канала и год тому назад судился вместе с другими строителями за фиктивные работы. Как велик человек и как ничтожен. Лика, ну почему ты так со мной разговариваешь? Ведь я еще ничего не решил. Я не о тебе. Я об Эйфеле. А тебе не надо ничего решать. Жизнь решит за нас. Все останется по-старому. Ничего не случится ни с твоей супругой, ни со мной. И ты не застрелишься. Ведь ты смотришь на жизнь жизнерадостно. На вершине башни находится обсерватория и маяк. Больше вопросов нет? 15 минут на осмотр и спускаемся вниз. Больше вопросов нет. Спускаемся вниз. Пора ехать в театр. Иду. Боже мой, ничего не ел. Ничего, отыграемся за ужином. Да-да, войдите. Вы еще канитеритесь, а я уже давно готова. Так, у меня уже все готово. Осталось только вставить фамилии знатных зрителей. Читаю. Вчера в Императорском Александринском театре с большим успехом прошла премьера новой пьесы Антона Чехова «Чайка». Не с большим успехом, а с триумфом. Саша, что ты пишешь? Антон будет недоволен, не надо тебе этого делать. А ты что хочешь, чтобы сливки с успеха Антона снял какой-нибудь другой журналист Дудки? В номере оставлено место 200 строк. Слушай дальше. Сюжет пьесы нов и оригинальный.
Антоша, ты знаешь, будет великий князь. Ну, признайся, дрожат пожилы. Советник Курбатов, не забудь произведен. А я пойду взгляну, кто будет сопровождать великого князя. Это очень важно. Здравствуйте. Поздравляю вас с премьерой. А я вас поздравляю с повышением в чине. Благодарю вас. Чего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Я несчастна. Отчего? Не понимаю. Вы здоровы? Вы здоровы. Отец у вас хотя и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив. Прибыл великий князь. Великий князь. Я-то мать, я две сестры и братишек. А жалование всего 20 евро. Ведь есть пить надо. Чай, сахар надо. Табаку надо. Вот тут и как есть. Скоро начнется спектакль. Да. Играть будет Заречная. А пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Любит, не любит. 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 Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет? Когда меня нет. Ей только 32 года. Ей только 32 года, при мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театр. Она любит театр. Ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству. А, по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе. Когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я бегу. И бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Ну иди, иди сюда. Каникулы! Каникулы! Ну и слава богу. Скучно без тебя, Маша. От Лиги по-прежнему ничего нет? Нет. Ты что делаешь, разбойник? Я сажаю, а ты выдергиваешь. Ой, прости, я не заметил. Не заметил. Да рассада ли тебе? У тебя идиотски блаженное лицо. Значит, ты что-то написал. Роман, рассказ. Ну, если не секрет, что пишешь? Пьесу. Молодец. Не боишься? Боюсь. Пьесы у меня не получаются. Я их писал по старинке, а нужны новые формы. А из какой жизни? Мне хочется написать историю одной девушки. Жила радостно, любила, мечтала о славе. И вдруг попала в круговорот. Жизнь окончательно потрепала ее. Пьеса уже вся сложилась в уме. Осталось только ее написать. Я почти ее уже написал. Вот только финал никак не дается. Все думаю, чем это все кончить.
Знаешь, я давно получила письмо от Лики. И скрываешь? Несовестно? Нет, она просила не показывать тебе. Но я думала и решила показать. Ты должен знать все. Маша, дорогая моя сестричка, я давно уже забыла, что такое радость или хотя бы покой. Когда Игнатий уехал, я хотела покончить с собой. Игнатий, вероятно, любит меня, но еще больше себя. Он хочет получить от жизни только удовольствие, отодвигает от себя все огорчения. Его супруга не останавливается ни перед чем. Вот, я уехала и поселилась в деревне, чтобы не видеть людей, спрятаться от расспросов и сочувствия. Я жила здесь совершенно одна, письма получала только от мамы, ибо никому не дала больше свой адрес. Маме я писала веселые и беспечные письма, она ведь ничего не знает. Потом рождение моей девочки в самых ужасных условиях и ее смерть. Я вернулась в Париж, пою, старею, худею, сыро, холодно, чуждо, вообще жизнь не стоит и гроша. Письмо не показывай никому, даже Антон Павловичу Лика. Жалко Лику. Тебя еще больше жалко, хоть ты сам во всем виноват. О, вы почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет. Через 200 тысяч лет ничего не будет. Так вот, пусть изобразят нам это ничего. Нынче это модно. Дикари, тупицы, варвары цивилизованные, недоучки, хамье великосветское смеются. Между прочим, я все время смотрел на великого князя, он не смеется. Плачет. Перестань. Занавес! Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Господа, а нас здесь больше, чем в зрительном зале. Господа, а уже антракт? Да нет, братец, не антракт, что ты. Да. Но нет больше мощи смотреть. Господа, выпьем по рюмке водки. Это дело надо запить, потому что будут сниться люди, львы и куропатки. Прошу, разрешите прикурить? Это не чай-то, а форменная дичь. Хорошая. Мне нравится, поэтому я... Хорошо. Благодарю. Мерси. Великолепно. Вы слышали? Боже мой, что за публика? При Островском сидели тихо, не шумели. Островский знал, что любит публика. А теперь пишут, как хотят. Да, голубчик мой, литература, литература и сцена, сцены. Нужны новые формы. Кому нужны? Вам, мне, публике. Эй, на холостяках! Поднимай озеро. Поднимай деревья. Опускай сад. О! Ну, сколько раз говорил, не пускай посторонних на сцену. Ну, Лика, милая, ну что ты? Успокойся, успокойся. Милая моя Маша, у тебя еще хватает сил утешать других. Эти болваны не увидят, что мы мучаемся. Ненавижу.
Антоша. Садись. Строчат разбойники пираты. Крушение с человеческими жертвами в Александринском театре. Даже высочайшее присутствие не помогло. Выпьем. Не пришлось за здравие, хотя бы за упокой. Ну, за новоприставленную. И твоя вина, брат, что ты оказался впереди времени. Люди измельчали. Им ни по плечу, ни роман, ни пьеса. Как-то у тебя сказано. Прекрасно. Что такое жизнь каждого из нас? Сюжет для небольшого рассказа. Простите, поедем вместе? Нам по пути на извозчике сэкономим? Или у тебя еще не готово? Поезжай, я дождусь конца. А чего ждать? Вы позволите? Игра сделана. Зачем зря газету задерживать? Ваше здоровье. Поезжай, Саша. Иди, я догоню. Как я могу не писать? Из газеты выгонят. Кафе. Прости меня, подлеца. Ты скоро едешь? Не знаю. Еще увидимся? Угу. Шампанского, шустовского коньячку-с. Все равно. Понимаешь. Где вы были? Я ищу вас. Ну что вы, Лик, утешение не требуется. Я просто еще не научился писать пьесы. И навряд ли научусь. Боже мой, о чем вы? То, что вы написали, не знаю, пьеса это или не пьеса, но это прекрасно. Ну что? Нет, нет. Если бы только знали, как это прекрасно. И как я вам благодарна за все, за все. То, что вы написали, это обо мне, о вас. О счастье и горе. О той любви, которая непостижима, недоступна. Потому что все мы ошибаемся. И не делаем так, как велит жизнь. Лика. Дорогой мой. Любимый мой. Я любила вас, но вы не любили меня. В том нету ни вашей, ни моей вины. Но я счастлива. Счастлива тем, что дышала одним с вами воздухом. О, как я горжусь вами! А теперь прощайте. Девяносто, сорок пять,
47. Уточка-с, двойка. 86. Вам. Мам, налейте мне чай. Ах, Антон Павлович, ваше Мелехово всегда на пути оказывается. Уж больно вкусны пироги у Евгения Яковлевича. Кушайте, кушайте, отец. Благодарствую. Емщик-то не опрокинул, ничего не повредил. Все цело. 70. Слава богу, все прошло хорошо, мы так волновались. А я вот совсем не волновался. 52. Ежели уж артисты императорских театров, то все будет в аккурате. Сколько раз вызывали? 50. Погодите, батюшка, сколько раз вызывали? Не подсчитывал. Да. 50. Что ж ты Машу с Ликой не привез? По такой дороге. Ну да, да. Ну расскажи, как все было. Да. Завтра, мама, я очень устал. 54. Ну, отдохни, сынок. Теперь, когда твоя пьеса пойдет, у нас и денежки будут. Будут, мама, будут. Ну, дай-то Бог. 54. 57. Ты ведь бывала еще студентом, Антоша. Сидит утром за чаем и вдруг задумается. Смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он ничего не видит. Потом достанет из кармана книжечку и пишет. Быстро-быстро. И опять задумается. Да. 86, 80. Ну что ж, что ж. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Хорошо здесь, тепло, уютно. Вы писатель, я актриса. Попали и мы с вами в круговорот. Я теперь знаю, что в нашем деле все равно играем мы на сцене или пишем. Самое главное не слава, не блеск, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Thank you.